Приехали в Дагомыс. Вот сейчас у вокзала. Здесь вокзал с турникетами. Так что имейте в виду. Вокзала тут скверик, где можно посидеть на лавочках с агавами. По летней улице идем, сейчас пойдем поищем что-нибудь перекусить здесь. По пляжу сейчас, естественно, покушать мы тут ничего быстренько не нашли. Вот такой пляж в Дагомысе. С молом. Ряд палаточек, правда, было еще пока не работают особо кафешки. Где-то там видно еще город. И вот такой вот довольно широкий пляж галечный. Это вот все Дагомыс у нас. Площадки. Да, пальмы везде. Ну и как бы вот опять. Я люблю Дагомыс вот в таком виде. Выход на пляж. Вот оттуда мы пришли. Со стороны вокзала выход вот через под мостом. У меня голодавший товарищ побежал в Магнит. На пляже мы так ничего перекусить не нашли толком. Я так понимаю, что здесь у пляжа прямо вот жилье продается. Такие дома. Посредок. Еще море и пляж. На самой станции Дагомыс. Такие скамеечки. Едем из Дагомыса обратно в Шекси. Сейчас вот какой-то горный воздух будет. Вот такой здесь пляж. Ну и так это уже довольно. О, все разрыли. Ну, обустраивают. Горный воздух. Вот горный воздух так выглядит. Здесь какие-то гостиницы красивые. В общем, довольно шикарненько. Так, аквапарк еще. Проезжаем еще горный воздух. Сейчас поснимаю немножечко. Теперь у окошечка присели, так что снимать будет удобнее. Красота. Правда, со стороны моря уже особо не поснимаем. Тут уже что-то в лот, да, подъезжает. Если мне память не изменяет. Тут была пробка, вроде рассосалась. Она аварию была. Для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Мы прибываем на станцию Лао. Тут на несколько путей, довольно крупная станция. Здесь даже поезда останавливаются дальнего следования, как я поняла.
Так, ну что, отъехали от Лоу, вот какие-то рестораны тут, такой формы интересные. Ну и вот на горке уже там тоже, наверное, какие-нибудь гостиницы. Через деревья местами плохо видно. Сосновые леса. Прямо на горе. Приоткрытие двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Лесная. Вот там вдалеке даже мелькнуло горы соснеженные. Так, мы прибываем на станцию Бардане. Вот там какие шикарные горы со снегом вдалеке. Ну а здесь домики, домики, домики. Около станции совхоз. Тоже сосенки тут. Ну, тут все какое-то дорожье, зеленое будет летом, скорее всего. Мало, маленький какой-то населенный пункт. Ну, это ближе к... Подъезжаем к станции Якорная щель. Будем стоять 12 минут. Мы же пропустили встречный. Едем дальше. Тут одноколейка, поэтому вот так. Якорная щель у нас была. Головинка, горы. Наверху кое-где горы, даже снег еще лежит. Водная речка, мост. Здесь вон такие длинные мосты.
После открытия даже двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, что? Обозначенную подсветкой зеленого цвета. Dear passengers, to open the door of your carriage, you should wait until the train stops completely and press the green button. Тут даже вон в одном отеле где-то, по-моему, аквапарк. Что-то в этом роде. We are arriving at Головинка. Головинка. Вот такая Головинка. Вот в Головинке вот такой пляжик. Где? Ну, пропустили уже поле нарциссов тут. Не успели снять. Дорожка наверху. Где тут? По перевалам. Где-то вон улья стоят. Сняла. Горки тут. Да. Местами цветет алыча, кустики. Тоже красиво. Вот сейчас мы увидим большой мост. Держи. Что еще? Натуральная капучино шоколад, три в одном растворили. Вот такой мост здесь. Что-нибудь еще? Или все? Все, все, все. Длиннющий на самом деле мост. Мы ездили на машине по нему. И высоченный. Чем-то квадзе. Так, вот чем-то квадзе, и стоянка поезда, тут 5 минут, так что выйду, выйду, посмотрю. Тут хорошие пляжи, но снять их, наверное, не очень хорошо получится. Говорят, тут чистые, красивые. Снимаем, что тут? Чем не так вот же жалко. Не сняли нормально пляжик. Ну, вот тут тоже какие-то гостиницы, я так понимаю. Пальмы дикие растут. О, станции. Бараки. Тут Обама живет. Видишь, бараки. Красоты местные еще заснимать. Еще снимаю еще красоты местные. И вот путь и море кусочек.
Салоники. Вот с моря. Следующая у нас остановка Лазаревская. Вот там в Лазаревском даже немножко уже видно. Там колесо обозрения прямо. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, торговых центрах, а также при поездках в общественном транспорте. При первом на дом. Просим вас с уважением. Что это Лазаревская приезжает? Тут интересно, что есть, что поснимать с этой стороны. Там колесо обозрения сейчас. Лазаревская. Крупный зеленый пункт. Остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленой. Лазаревская. Следующая Мамедова щель. Сейчас Лазаревская. Выезжаем. Отъезжаем. Блин, ну этот поселок большой, в щели. А вот по этой, да, мы едем. Тут прям рядом с железкой, да, эта дорога автомобильная или нет? Параллельно. Да. Параллельно идет здесь и автомобильная дорога с домами. Гостиница прямо на первой линии фактически построена. Красоты. А? Ну да, она там дальше ушла, выше в город. Здесь очень синие стекла. Модно. Уважаемые пассажиры, для открытия двери
вашего вагона, вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Dear passengers, to open the door of your carriage, you should wait until the train stops completely and press the green button. Мы прибываем на станцию Мамедово Ще. We are arriving at Мамедово Ще. Ну, здесь, как ты, пляжей нету. Тут уже сразу какие-то... А не, вон там есть пляжик. Чуть прям в стеночку упиралась. Вот небольшой тут пляж. И опять в подпорку упирается. На станцию Оше. Широкий тут пляж наш. Водопадный. Следующий водопадный. Сейчас Ашин проезжаем. Это уже довольно широкое место. Красивые горы. Домики, наверное, это как гостиница отдельная. Мост опять же длинный, через реку широкую, двойную. Водопадный. Тут все на горке. Да, тут опять такси, пляжик. С этой стороны снимать, а тут даже особо нечего. Что-то. Так, смена. Их жалко, не успела заснять. Там стояли лодочки. Яхты. Зеленого цвета. К дружбе подъезжаем. Это у нас что, дружба была? Или нет, спутник следующий. Это дружба. Ребята сделали веранду. Смотри, смотри. Давай своеобразно. К спутнику, я так понимаю, подъезжаем. Какие-то там, наверное,
гостинице наверху. Или что это было? Это Майкопса было. В общем, это Майкопса. Что-то, а то я что-то уже запуталась. Там дружбы, спутники. Майкопсы вроде тоже. Недалеко уже, да? Майкопса. Майкопса. Ну, то есть его отсутствие. Опять же. Уважаемые пассажиры, для открытия двери вашего вагона есть немножко, вам следует, конечно, после полной остановки поезда так нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Dear passengers, to open the door of your carriage, you should wait until the train stops completely and press the green button. Мы прибываем на станцию Спутник. We are arriving. Тут был туннель недалеко между спутником. И вон еще один туннель там будет. Уже скоро уже подъедем. Так, спутник. О, вон он, туннель. Никак не успеваю снять. Ну ладно. Ну вот тут хоть пляжик есть. Туннель. Сейчас уезжаем. Два туннеля здесь. Мы сейчас уедем. А вот это. Там где-то дальше был. Вот и все. Уехала. Мы прибываем на станцию Магри. We are arriving at Magri. Магри прибываем. Видно тут плохо. Станция через Магри. Магри. Небольшой следующая тут поселочек. Шипси. Station. Все, следующее наше. Магри. Вот пляж в Магри. 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 Такое кошачье название. Магри.